Саженцы и рассада гибридной хосты Биг Дэдди обычно используют для заполнения участков зелеными насаждениями. Не пугайтесь, если первые листки имеют голубой цвет. Взрослое растение обзаводится темно-зелеными крупными, толстыми и фактурными листьями сердцевидной формы, которые при посадке в тени покрываются восковым налетом, а на солнечной стороне он исчезает и листья приобретают сизо-зеленый оттенок. В центре такой композиции растут необлиственные белые цветоносы, собранные в однобокое кистевидное соцветие. В тени высота многолетников достигает 60 см. Хостогибридная Биг Дэдди – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, прудов, миксбордеров, газонов. Хоста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола хостогибридная Биг Дэдди можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. В качестве места выращивания хосты прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает хостогибридная Биг Дэдди в месяц июль-август. Лист этого прекрасного растения по форме чашевидный. Обратите внимание, что хостогибридная Биг Дэдди – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.